уже 14-й фестиваль художественной гимнастики в городе Харькове. Собрал он более 400 участников из 6 областей Украины. У нас все проходит всегда на высшем уровне. Деток очень много, как обычно. Ну и у нас это даже больше праздник, чем соревнование. Настоящий фестиваль, где мы поощряем каждого, труд каждого ребенка. Было очень важно получить это звание мастера спорта, потому что в зале я провела 12 лет кропотливого труда. Терпение тренеров помогло, конечно, добиться этого всего. Это моя первая медаль. Очень старались. Действия. Все города выступали, и Никополь, и Одесса, и Днепропетровск, и Сумы выступали. Ну, естественно, больше всего из Харькова. Зрелище великолепно, особенно показательные выступления великолепны. Удивили совсем маленькие, которые уже смогли в руки взять два предмета, причем такие сложные предметы, как булавы.